С благоустройством общественных территорий не торопятся. Дизайн-проекты по обновлению площади Ленина, набережной Уводи и Троицкого сквера, о которых так много говорили весной в мэрии, до сих пор остаются лишь на бумаге. К началу июля за работы еще не взялись. Более того, к середине лета только еще определят подрядчика. В администрации заверяют, что все идет по плану. Благоустраивать начнут в третьей декаде июля. На все про все у подрядной организации чуть больше 3 месяцев. Городские власти подчеркивают, что постараются выдержать все сроки и не повторить ошибок с реконструкцией вокзальной площади. На вопрос, почему все-таки к работам приступают лишь во второй половине лета, в мэрии уклончиво отвечают: федеральные деньги пришли слишком поздно. По площади Ленина стоимость размещаемого контракта около 73 миллионов рублей, набережная 36 миллионов, Троицкий сквер 13 миллионов рублей. Как на муниципалитет довели средства, после этого мы можем включать объемы финансирования в план-график, и пошел отчет по размещению заказа. То есть раньше, чем их нам доводят, мы разместить аукцион не можем.